На днях в СМИ появилась информация о закрытии шоу «Давай поженимся» на Первом канале. Поводом для такого вывода послужило то, что всех работников передачи отправили в отпуск на месяц. Также сообщалось, что, скорее всего, с Нового года все ведущие останутся без работы. На самом деле слухи о закрытии программы ходят уже несколько лет, но Лариса Гузеева, Роза Сибитова и Василиса Володина продолжают встречаться в телестудии и устраивать личную жизнь своих гостей. Всем троим порядком надоело, что их регулярно закрывают. Тем более, что до сих пор эти слухи были необоснованными. Нам не объявили, что будет дальше. Для нас это вообще не новость. Нас закрывают уже как минимум 6 лет. Закрывают, закрывают, но в конечном итоге не закрывают. Сейчас мы продвигаем свой канал на Ютубе, переключились на интернет. И имеем там огромный успех, рассказала Роза Сибитова изданию «Собеседник». Журналисты также обратились и к Ларисе Гузеевой, которая не стала сдерживать себя, впрочем, как обычно. «Слушайте, мне даже вам лень отвечать. К черту идите», — ответила Гузеева каналу 360.